Сегодня 30 ноября 2018 года, и к микрорайону Волга-Лайф открыта дорога, сделанная из брусчатки. Первые три дома достроены. Вся территория также уложена плиткой, готовы детские площадки, сняты заборы, и в эти дома уже заезжают жильцы, по крайней мере, ключи им выдаются. Слева от входной группы Волга-Лайф строится церковь, залит фундамент. Помимо всех домов проходит высоковольтная линия, и она очень близко расположены к этим домам. Всего готово 6 домов, из них 3 утеплено, облицовано, и внутри уже сделаны все коммуникации. Из оставшихся 3 домов 2 построены полностью, и вот одну угловую секцию сейчас еще достраивают. Также на территории построен торговый комплекс, он такого фиолетового цвета. Идет строительство какого-то здания, скорее всего, это будет детский садик. Или, опять же, торговый центр, еще один. Волга-Лайф строится на болоте. Сейчас вот идут работы под забивку свай еще по 2 многоэтажных здания. Одно свайное поле готово, и под второе вот сейчас засыпают песок. И вот так вот выглядит вот эта территория болота, которая много-много лет, наверное, 3 года уже осваивает под застройку. Тихонько отсыпает, вот сейчас передвинули забор, чтобы вот еще 2 дома построить.